Привет. Мой город, Шкофьялука, был иногда известен производством расчесок гребней. Из рогов коровы быстро получался гребень. Вот этот новый. Мы жили и работали на противоположном берегу реки. И в та времена еще не было мостов, как сегодня. Через реку мы добирались переправы, а там среди скал жил черт, который шалил и переворачивал переправы. Поэтому сумки гребнями часто уплывали по реке. Гребни мы носили на плошу, и там их продавали молодым девушкам. Купи его, красавица, расчеши свои золотые косы. Я сделал его только для тебя. Это мой город, Шкофьялука, Словения. Ему 1040 лет. У нас долго не было мостов. Был только один. Но проход на другой берег был платным. Поэтому мы решили, что мост построим сами. Но черт был дьявольским. Он омстил таким образом, что во всех лужах развел лягушек и свистел им каждую ночь. Лягушки квакали все ночи и все дни. И мы вместо того, чтобы спать, матерились изо всех сил. После этого мы договорились и засыпали яму, из которой он выходил. На тот бес разозлился. Он оторвал большую скалу и бросил ее в мост, чтобы его уничтожить. Несмотря на то, что мост был деревянный, он не обрушился, а только сильно накренился. И таким неровным он остается и в наши дни. Таким образом, с бесом житель Шкофьялуки справились, а по мосту можно пройти и по сей день.